Представители тобольских некоммерческих организаций завершили стажировку на Камчатке. Ее проводила Ассоциация волонтерских центров, а принимал участников из разных регионов страны проект «Лига мечты». Каждый день они изучали практики по адаптивной физкультуре и видам спорта в различных техниках. Проект у нас уже реализуется 2 года в городе. Пока что лыжи. В этом году запустили ролики. Но набраться опыта, поделиться со всеми своими наработками, послушать, как идет проект в других регионах, и не только эти проекты, другие проекты. Это очень ценная, важная информация. Много везу идей, много наработок. Надеюсь, что мы будем расширяться, масштабироваться и тиражироваться.